Ребят, всем привет! Сегодня я покажу, как почистить золото. Такой же легкий способ. Вот у меня цепочка. Ну, она хоть и блестит, но она грязная. Кто носит цепи, они знают, о чем я говорю. И вот такие у меня сережки. Они простые. У них вот эти листики, они выпуклые, у них ребрышки. Вот. Вот они. И между ними вот эта сама пластинка, она морается. Не знаю почему. Вот. Так не видно, но когда смотришь без камеры на них, сразу видно. Ну, в общем, рассказываю способ. Кидаем, в общем, все туда. Берем также пищевую соду, чайную ложечку соды. Вот она, обычная наша пищевая сода. Также засыпали соды, только без фольги. Вот. И также залили кипяточком. И оставляем на час. Если серебро мы оставляли на 5 минут, золото оставляем на час. Вот. Заливаем кипяточком и оставляем. Все. Через час я вам покажу, что получилось. Ну вот, ребят, прошел час. Сейчас вам покажу. Смотрите, какая вода стала грязная. Видите? Сейчас поближе подвину. Смотрите. Она прям грязная-грязная. Вот, я взяла старую щетку, как всегда. Сейчас я еще чуть-чуть потру. Хотя даже так невооруженным глазом видно. Цепочка стала еще сильнее блестеть. Она очистилась от грязи, которая была между звеньями. Вообще прям шикарно почистилась. Так, сейчас беру вот сережки. Хочу показать сережки. Вот смотрите, как они стали блестеть. А они так не блестели, если помните. Сейчас я еще на всякий случай потру щеточкой. Прям вообще огонь. Они прям горят. Посмотрите. Вот вторую. Тоже чуть-чуть потру. Посмотрите. Так, ну и кулончик тут у меня. Ну, кулончик, он, в принципе, и так был чистый, но все равно. Лишняя грязь тоже с него ушла. Посмотрите, какая грязная вода. Видите? Вот. Так что ничего сложного. Мойте, пользуйтесь. Всем спасибо. Всем пока. Ставьте лайки.